Жюль, мадам и месье, oui. А сегодня мы будем готовить яичницу по-французски. Для этого нам нужен хлеб, очень свежий хлеб, свежевыкопанный, яичек, свежевыкопанный, свежекупленный, яичко, яйцо. Скоро пасхальные праздники, поэтому в каждом доме должно быть яичко, помидорчик, немножко зелени на ваш вкус и немножко свежерезанного сыра. Солнце зашло. Мне еще видно. Солнце зашло, французы спят. Солнце стало. Солнце легло. И, конечно, должна быть сковородка. Вот самый нужный ингредиент. Значит так, берем хлеб. Вначале саму горбушечку отрезаем. Аккуратненько, ровненько, под 90 градусов, и просто откладываем в сторону. Видите, хлеб белый, потому что мы французы любим белый хлеб. И еще отрезаем, ровненько, аккуратненько. Так как у нас 4 яйца, нам нужны 4 горбушечки. Как видите, у нас есть 4 кусочечка, как в рекламе покер. Нет, там. На двоих. Я щечки одеваю. Теперь смотрите, наша цель для того, чтобы внутри каждого хлебушка сделать дырочку для наших ингредиентов. Хлебушек у нас готов. Сковородка у нас уже нагрелась. Берем и так, чтобы чуть-чуть буквально так вот делаем движение ломки. Вот так вот. Мы хотим, чтобы пища была полезна, поэтому мало оливье добавляем, подсолнечного масла. И вот 2 кусочка хлебушка у нас пошли в первую очередь. Лёпа! Ух ты! Алло! Ой! Вот так вот! Смотрите, как красиво и изысканно оно смотрится. Сразу соль. Соль — это французское слово. Видите? Чтобы соль вошла туда внутрь, мы сделаем такие движения. Ой. И как я говорил, для красочек. Также мы видим, что у нас уже блюдо начинает очень так вот поджариваться. Мы добавляем сверху сыра. И также добавить чуть красок. Мы французы-художники, ви-ви-ви. Поэтому добавляем чуть-чуть зелени. Вот так вот чуть-чуть зелени. Ви-ви, очень вкусно! Скоро у нас будет утреннее блюдо, чай и французский яичница. Или бутерброды. Французские бутерброды, нет, французская яичница. Вам выбирать что. А пока что готовится блюдо, я вам спою песню про любовь на французском.
Depuis le temps que je patiente de danser du chat noir, j'entends qu'on s'aise et qu'on chante du bout du couloir. Quelqu'un a touché les velours et je prends du bois les ganjous. J'ai voulu faire parler les palerines, j'annonce tout. Вот так вот. Истинная любовь. Смотрите, какой он. Bon appétit. Теперь мы сделаем вот так вот. Я люблю так вообще, я делаю с обычной яичницей. Вот так, видите, оно желтенькое получается, чисто внутри желтенькое такое, смотрите. Видите? Такой бассейн с желтым цветом. Сейчас мы сделаем экспериментальный номер. Мы попробуем наш бутерброды пили вернуть очень быстренько. Лёп. О, так, подожди. А это надо как-то в другую сторону, наверное. Лёп! Ух ты! О, хлёпнулось! Мне кажется, уже все, смотрите. Оп! Что-то такое. Хоп! Мне кажется, лучше вот это вот съесть. Смотрите, какие краски, чем не художник. Это было не французский тост, а тост ты художником. Ой, смотрите. Ух ты. Добавили фантазии. Так. Кстати, на вкус и цвет товарищи нет. Ну, что вам сказать, экспериментируйте, я вот экспериментировал, попробовал, поэтому пробуйте, всегда, знаете, говорится, все девушки любят мужчины, которые умеют готовить. Bon appétit! And everyone!